Кремень. Лапкин Игнатий Тихонович Кремень. Кремень, что искру в пламень высекает, апостолом Христовым ночь и день христианской жизнью подражает. Имеет он, как птица, два крыла, молитву семикратную и пост, творит во славу Божию дела, душой велик и сердцем прост. Он жизнь свою с Евангелием сверяет, для него оно большой авторитет. Слово Божие читал, учил и знает, ни для кого уж это не секрет. Немало в сапогах он прошагал, благовествуя людям о Христе. Себе Игнатий славы не искал, к Спасителю был зов его везде. Христа найти всем ближним помогал, сочувствуя такой большой беде. Ни разу в этой жизни не солгал ни Господу, ни людям, ни себе. Он сеял Слово Божие в сердцах, благодаря ему обрел учеников, святилось имя Божие в его устах. Игнатий – проповедник, друг Христов. Господь его избрал в пример для нас. Через него мы слышим Божий глас. Покайтесь, люди, к Богу обратитесь. С Иисусом в этом веке примиритесь. Христа своим Спасителем признайте и свою душу от грехов спасайте. Цените, люди, каждый день и час. Христос воскрес, Он воскресит и нас. 17 сентября 2020 год, Голубева Екатерина. Читала Голубева Екатерина.